Доброе утро, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре ТАСС. И наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена объявлению лауреата премии «Глобальная энергия-2019». Разрешите представить наших участников пресс-конференции. Лауреат премии «Глобальная энергия-2012», член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭК, удостоенный Нобелевской премии 2007 года, Родни Джон Аллам. Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия», вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Михайлович Бударгин, исполняющий обязанности президента Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» Александр Юрьевич Игнатов, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», советник председателя группы экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генеральном секретаре ООН, член МГЭК, удостоенный Нобелевской премии 2007 года, Рае Квон Чунг. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре ТАСС. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. И сегодня будем объявлять лауреатов премии «Глобальная энергия-2019». В самом начале пресс-конференции хотел бы обратиться к коллегам. Мы сегодня во время объявления лауреатов будем дозваниваться нашим победителям. И у вас будет уникальная возможность первыми задать вопросы нашим победителям. Поэтому во время объявления вы можете заранее встать к микрофону, чтобы не тратить время и уже тем самым подать нам сигнал, что вы готовы задавать вопросы. И в самом начале нашей пресс-конференции я с удовольствием передаю слово Александру Юрьевичу. Давайте расскажем о том, куда движется проект «Глобальная энергия» и что уже удалось достичь за это время. Прошу вас. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые журналисты, партнеры и друзья премии «Глобальная энергия». Я рад приветствовать вас всех сегодня на официальной пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов 2019 года. Их имена будут объявлены в самое ближайшее время, а пока я хотел бы сказать пару слов о деятельности нашей компании и представить вам перспективы нашего развития. Прошедший год стал для нас годом начала трансформации, разработки долгосрочной стратегии развития ассоциации и перехода на новый качественный уровень. Это повышение глобальной составляющей премии нашей компании, которая была создана для вклада в развитие не только российской, но и мировой энергетики, поддержки разработки новых технологий и научных прорывов, совершаемых нашими лауреатами и экспертами. Бесспорно, по инновации решаются разные энергетические задачи, будь то энергоэффективные стандарты строительства зданий, технологии хранения энергии, методы поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов, использование мирного атома, светодиодное освещение, солнечные панели или катализаторы. Эти технологии не только отражают современные тенденции в энергетической отрасли, но а также способствуют решению глобальных целей, представленных в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Организации Объединенных Наций, что также соответствует приоритетам развития нашей компании. Уже сейчас мы прямо или косвенно влияем на 5 из 17 глобальных целей, направленных на повышение качества и уровня жизни мирового сообщества. Также мы способствуем развитию международных энергетических проектов через научное сотрудничество. И в этом нам во многом помогает то признание, которое премия «Глобальная энергия» уже получила, став известным брендом в области научных наград. На данный момент, по данным Международной обсерватории по академическому ранжированию и превосходству IREC, премия «Глобальная энергия» входит в топ-99 самых главных мировых научных премий и является единственной наградой из России в этом списке. Кроме того, она включена в официальный список Международного конгресса выдающихся наград ACDA, который в категории меганаград за ее благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд. Мы понимаем, что премия, благодаря ее истории и традициям, уже сформировала вокруг себя круг лояльных экспертов. Наши 37 лауреатов из 12 стран до момента этого объявления, который произойдет сегодня, это главное наше достижение. Мы всегда стараемся сделать главный торжественный момент в их честь, церемонию вручения премии, яркой и запоминающейся. И хотя церемония остается знаковым для нас событием, является далеко не основным нашим мероприятием, над которым команда ассоциации работает в течение года. Основная наша работа сосредоточена на становлении центром экспертного знания.
Это касается не только лекций наших лауреатов, это в равной степени относится к выступлениям членов Международного комитета, ведению экспертно-аналитической работы с помощью наших международных экспертов, прогнозированию направления развития глобальной энергетики и представлению заключений по различным энергетическим вопросам. Для полноценного становления таким центром знаний мы видим стратегически важные задачи масштабирования глобальной энергии, повышения ее международной значимости. И на этом пути у нас есть уже вполне ощутимые результаты. Я сейчас о них расскажу. Так, в 2018 году мы провели 7 презентационных встреч с зарубежными университетами. В их число вошли Цинхуанский университет Китая, Технологический институт Карлсруэ, Германия, Имперский колледж Лондона, Англия, Университет Кинстона, Англия, Институт энергии и окружающей среды Университета Сан-Паулу, Бразилия, Халифский университет науки и технологий Объединенные Арабские Эмираты, и также мы встретились с филиалом университета Хэриот Уайт в Дубае, тоже в Объединенных Арабских Эмиратах. Подписали за 2018 год 7 соглашений о сотрудничестве, как с российскими, так и зарубежными организациями. В их число вошли Евроньюз, Туринский политехнический университет, Московский энергетический институт, Московский технологический институт, МЭИ БРИКС, редакция журналов «Газовая промышленность» и «Территория нефтегаз». Также организовали собственный международный саммит в Турине, это в Италии в прошлом году проходил он в апреле месяце, международный медийный конкурс для журналистов, организовали 8 выступлений своих экспертов на мировых площадках, приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и Российской энергетической неделе. На 2 последних мероприятиях наша ассоциация организовала и провела собственные сессии и мероприятия. Провели также 7 переговоров о сотрудничестве с международными организациями. Сегодня акцент на международном сотрудничестве ключевой для ассоциации. Среди крупнейших зарубежных мероприятий, в которых мы планируем участвовать в ближайшее время, отдельно отмечу Мировой энергетический конгресс в сентябре 2019 года в Абу-Даби. Если кто не знает, через 3 года, в 2022 году, он пройдет в России, в Санкт-Петербурге. Еще одна инициатива по расширению нашей международной деятельности, принципиально новое для нас расширение, о выводе молодежных программ Ассоциации «Энергия молодости» и «Энергия прорыва» на международный уровень. С 2019 года мы перезапустили этот проект, объединив их международную молодежную программу «Глобальная энергия» для молодых исследователей всего мира. Мы принимаем заявки в 2 категориях – это «Идея» и «Стартап». И также будем выдавать гранты исследований и личные премии для инноваторов, только уже на международном уровне. Разумеется, нашей стране есть что сказать в области мировых энергетических исследований. Но это не все. Для экспертов сообщества «Глобальная энергия» уже стала своеобразной надстройкой, которая объединяет мировую академическую науку и развивает мировой энергетический диалог. Отдельно хотел бы отметить, что развитие и стабильная работа ассоциации невозможна без поддержки ее основных членов. Это ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕС». Я хочу поблагодарить менеджмент, собственников и акционеров компании за вклад в развитие международных исследований и проектов в области энергетики, а также поддержку наших инициатив. Ну и также, пользуясь случаем, я хотел бы всех вас пригласить на церемонию награждения премии «Глобальная энергия», которая в этом году состоится в рамках российской энергетической недели в октябре месяце, там, со 2 по 3 октября. Дата там и время будет точно еще вывешено на нашем сайте. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Далее о новом энергетическом цикле, который позволяет объединить и науку, и производство, нам расскажет Олег Михайлович Бударгин. Передаем вам слово. Прошу вас. Хорошо, спасибо большое, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я, как и вы, с нетерпением жду результатов Международного комитета, когда нам озвучат имена и фамилии выдающихся ученых, которые посвятили себя будущему нашего человечества. И, честно говоря, вот наших руководителей Международного комитета сейчас за чашечкой кофе пытал, кто же победитель, так по секрету, но сказали, что это достойные люди, достойные нашей премии. И я рад, что мы вот действительно верны нашей традиции, 16-й год подряд, вот в эти завершающие весенние дни собираемся здесь, на площадке Ассоциации «Глобальная энергия». И подводим итоги научных достижений, мировых научных достижений. И должен сказать, вот мое личное ощущение, что вот этот год был, кажется, отличен от других, повышенным
интересам общества, гражданского общества, в первую очередь, наверное, вот новым поколениям, вот к нашей работе, к работе ассоциации, к работе ученых. И этот интерес прослеживается во всех уголках земного шара. И это объяснимо. Мне это каким-то образом, вот я объясняю это тем, что новый технологический цикл как никогда посвящен непосредственно каждому из нас, он посвящен повышению качества жизни. И слово «доступность» – это не просто физическая доступность к надежной, безопасной, чистой энергии в дом, в уголок каждого жителя нашей планеты. И в этой связи, безусловно, сегодня ассоциация – это был правильный выбор. Мы сегодня единственное, о чем мы сегодня были, вот, раскрыли душу, что мы правильно выбрали жизненный путь, что посвятили себя вот, служению науке, служению энергетике и служению энергетике, которая с первого дня существования ассоциации именно доступной энергии. Уверен, что вот этот тренд нового цикла, посвященного качеству жизни в полном смысле этого слова, она не только даст возможность эффективному и качественному внедрению тех открытий, тех изобретений, но и позволит объединить народы, объединить бизнес, объединить экономики, объединить политиков, потому что это, наверное, самая главная наша и миссия вот этого времени и миссия нашего поколения. В этой связи, безусловно, бесценен опыт нашей ассоциации глобальной энергии, потому что это действительно стало площадкой, координирующей площадкой, площадкой, которая объединяет специалистов, ученых, управленцев, политиков вот на это дело, на дело сформирования новой энергии, энергии будущего, которая позволит действительно каждому жителю земного шара иметь чистую, надежную, безопасную энергию, которая позволит и обеспечит качество жизни, и, безусловно, обеспечит развитие экономики каждой страны. А с учетом нового технологического цикла, новые технологии, они безграничны, они не имеют границы, не имеют возраста. И, безусловно, в этом качестве жизни есть место каждому из нас. И я благодарен Международному комитету, уважаемым руководителям Международного комитета и всем членам Международного комитета, то, что они несут эту большую, серьезную, ответственную работу. Вот Александр сегодня сказал, что, и мы сегодня обсуждали это, что мы готовим новую стратегию, обновленную стратегию. Она необходима, ассоциация глобальной энергии, она необходима для того, чтобы остаться лидерами вот в этом движении, в поддержке науки, в поддержке новых открытий, которые посвящены именно в первую очередь качеству жизни. Энергия всегда была, тем более сейчас, локомотивом всех новаций, локомотивом всех преобразований. Без доступной энергии, без доступного участия каждого из нас вот в этом реализации этого проекта невозможно ни одно преобразование. И энергия позволит всем нам за короткий период времени обеспечить новое качество жизни. И это действительно объединяющая история. Объединяющая история. Каждый, вот, я вас благодарю, который здесь в этом зале, и за каждым из вас большие коллективы, и просто даже ваши фамилии, большие фамилии. И убежден, что вот каждый из здесь присутствующих и миллиарды людей на Земле в этом процессе найдут себя. А ассоциация и благодаря Международному комитету все делают для того, чтобы мы с этой задачей справились и оставались самой главной площадкой координации, объединяющей эти усилия для каждого живущего на земном шаре. Спасибо большое. Спасибо большое.
Мы уже потихоньку приближаемся к объявлению лауреатов премии, но вначале мы хотели бы вас познакомить и представить вам шорт-лист и рассказать о тех работах, которые были присланы для участия в премии. Для этого я с удовольствием передаю слово господину Райек Вон Чунгу. Прошу вас. Но прежде всего, большое спасибо и добрый день. Для меня огромное удовольствие участвовать в этой конференции в качестве председателя Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». И благодаря такой серьезнейшей поддержке со стороны Ассоциации «Глобальная энергия», благодаря руководству Александра Игнатова и доктора Алана, то «Глобальная энергия» как премия действительно поднялась на очень серьезную высоту, войдя в число лидеров, и многие уже воспринимают не просто как какую-то премию, и я очень рад возможности теперь взять эту работу из рук доктора Алма и повести ее в будущее уже в статусе такого широкого признания, которое она заработала. Сегодня моя задача представить вам наш 17-й номинационный цикл, а именно его результат, это шорт-лист. И, собственно, наш комитет рассматривал этот список и скажу, что самый важный критерий сводился к тому, как процесс превратить в прозрачный и объективный. Это было самым важным критерием, который мы применяли в своей работе. С учетом того факта, что энергетические технологии постоянно меняются, то, безусловно, мы способствуем в нашей работе тому, чтобы мы получали заявки каждый год для того, чтобы держаться вровень с этой скоростью инновационных изменений в отрасли. Кроме всего прочего, я бы хотел пояснить, что в этом году, с этого года, мы теперь работаем по принципу трех категорий номинационных. Первый – это традиционная энергетика, второе – это нетрадиционная энергетика, а третий – это новые способы применения энергии. Традиционная энергетика означает электроэнергия, это электроинжиниринг, георазведка, извлечение, транспортировка, переработка топлива и видов энергетики, также теплоэнергетика, ядерная энергетика. Нетрадиционная энергетика включает возобновляемые источники, биоэнергетика, топливные элементы, водородная энергетика. И третья категория – новые способы применения энергии – означает это разработки и исследования, относящиеся к новым материалам в электроэнергетике и инжиниринге, эффективная электроэнергетика, сохранение, хранение энергетики. Вот такого свойства категории мы приняли в работу. И, конечно же, имеются у нас перекрестные такие вот вопросы, касающиеся управленческих методик и достижений, куда, собственно, включается это соображение, как тоже критерий оценки. А теперь я бы хотел пояснить, что у нас из следующих стран были эксперты, которые выдвигали кандидатов: Австралия, Китай, Дания, Литва, Япония, Российская Федерация, Сербия, Южная Корея, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты. В этих странах как раз находились эксперты, выдвигающие, рекомендующие номинантов. А теперь я хотел бы объяснить, что в 17-м номинационном цикле премии «Глобальная энергия» мы получили 48 заявок. И пришли в итоге к 39 номинациям. Это означает, что 39 ученых, представляя 12 стран, и 39 как раз номинаций и соревновались за окончательное решение. По географии 56% в Европе, 25% приходится на Северную Америку, порядка 38% на Азию. Основная область исследовательской работы
возобновляемые источники энергии, на которые пришлось приблизительно 20% всех заявок. Ядерная энергетика и эффективная энергетика, используемые в электроэнергетике топливные элементы и водородная энергетика, на них пришлось приблизительно 12% по статистике заявок. Что касается транспортировки и переработки энергетических ресурсов, 10%. Новые материалы, используемые в современных решениях энергетики, 10%. Это как раз вот те исследовательские направления, которые пришли в 39 номинаций. И распределение заявок было также распределено, как я уже говорил, по трем категориям. Поскольку количество категорий у нас три, то мы в итоге пришли к 15 номинациям по 5 из этих 39 по каждой категории. И теперь я бы хотел вам зачитать 15 номинантов по трем категориям, по 5 в каждой. И эти номинации из Великобритании, Дании, Китая, Нидерландов, России и Соединенных Штатов. По традиционной энергетике первый был Игорь Грехов из России и Дмитрий Зверев из России, Чжонг Минлю из Китая, Виктор Маслов, Россия, Сергей Мирнов, Россия. По категории нетрадиционной энергетики 5 номинаций, которые в итоге были определены, это Фред Блабьерк из Дании, Найджел Питер Брэндон, Великобритания, Артур Нозик, Соединенные Штаты, Кенри Джеймс Снейп, Великобритания, Пей Донгин из Соединенных Штатов. Это вот 5 по нетрадиционной энергетике, как категории. И следующие 5 номинантов – новые способы применения энергетики. Первый – это Халил Амин, США, Рассел Дин Дюпуи, США, Меркурий Канацидис, США, Кемаль Ханжалик, Нидерланды, и Алексей Хохлов, Россия. Это 15 номинаций, которые мы как раз рассмотрели и обозначили как итоговые в рамках работы в комитете. Уважаемые коллеги, гости, пришло время объявить лауреатов премии. И для этого я передаю слово лауреату премии «Глобальная энергия» 2012 года Роднеджен Алму. Прошу. Прежде чем я объявлю победителя премии, мне бы хотелось предварить это пояснением значения того, что человеку вручается такая премия. В свое время, в 2012 году, мне была присуждена премия, и с тех пор я работаю в этом проекте. Я был назначен председателем комитета по присуждению премии, отвечал за руководством встреч Международного комитета, выбором лауреатов и различными организационными вопросами, такие как место проведения, выбор места проведения, организация глобальных саммитов и других мероприятий. И я высоко ценил всегда свой статус лауреата премии «Международная энергия». Теперь я завершил срок своей работы на этой должности и передал его доктору Рэй Кванчунгу, который, я уверен, сможет и далее повышать качество работы комитета. Я даже не знал, когда мне присуждали эту премию, что она существует. Тут я уже должен сознаться. В тот момент я находился в Аляске, и вдруг в 3 часа ночи я услышал звонок. Но с тех пор, как мне вручили эту премию, жизнь моя преобразилась. Я каждый год приезжаю в Россию, и я путешествую в разных странах в рамках инициативы глобальной премии, представляя ее в качестве лауреата, выступаю с лекциями здесь, в России и в других странах. Я участвую в самых крупных форумах, таких как Международный Петербургский экономический форум,
и также Российская энергетическая неделя и форум энергетического развития. Я представляю международную премию «Глобальная энергия» на официальных пресс-конференциях, такой как эта, которая проводится под эгидой проекта, и также, конечно, ежегодно участвую в саммите «Глобальная энергия». И такое тесное взаимодействие, как лауреата, вовлеченность в ее работу является одним из факторов, который способствует расширению признания этой инициативы. И я рад возможности делиться своим знанием с более широкой аудиторией, в особенности с молодым поколением инженеров и дизайнеров. Меня назначили почетным доктором в энергетическом университете, и я работаю с молодыми инженерами и знаю по личному опыту, что быть лауреатом премии «Международная глобальная энергия» — это очень благодарственное, очень увлекательное дело. И вот теперь немножко поделюсь с вами своим настроением. Мы подходим к ключевому моменту нашей пресс-конференции. И я хочу объявить имена победителей премии «Глобальная энергия» 2019 года. В этом году у нас двойной победа. И мы по порядку сейчас скажем об этом. Первый победитель – это Фред Блобьерг, профессор электроэнергетики, инжиниринга, за выдающийся технический вклад в развитие интеллектуальной системы управления для широкого использования возобновляемых источников энергии. Это его достижение. Он способствовал принятию новых концептуальных методов, гарантирующих надежных электронных систем, используемых в электроэнергетике для выработки электричества на основе возобновляемых источников, снижая издержки и повышая надежность. В 90-х годах он сделал ряд открытий в области технологий передачи транспортировки энергии с переменной скоростью, которые сегодня реализуются во многих решениях, включая ветровые турбины, для того, чтобы способствовать использованию такого рода электричества и экономить десятки миллионов долларов в год. Он и его команда смогли предоставить важные решения, чтобы преобразовать ветровые турбины и солнечные батареи в реальность, соединив их выработку с проводящей сетью эффективным образом. Доктор Блобьерг – наиболее цитируемый автор среди ученых в области инженерии. Это замечательное достижение. Сегодня он руководит Центром надежности электроэлектроники в университете Оберга, который был создан в 2012 году и сегодня является ведущим институтом в мире. И, безусловно, это все привело к тому, что он цитируется, на него ссылается как наиболее успешный исследователь в области инжиниринга. Ну, и теперь мы попробуем соединиться с профессором Блобьергом и поделимся с ним новостями о присуждении ему премии. После объявления первого лауреата обязательно звоним ему, поздравляем, говорим, что он стал лауреатом премии «Глобальная энергия». Мы сейчас пытаемся установить с ним связь. Алло? Профессор Блобьерг. Профессор Блобьерг. Вы слышите меня? Да, это я. Очень хорошо. У меня для вас есть очень хорошая новость. Комитет по присуждению премии «Глобальная энергия» присудил вам премию «Глобальная энергия» за 2019 год за работу, которую вы делаете в области электроники, применение его в электроэнергетике. Это и соответствующая медаль, и приблизительно 300 тысяч долларов в качестве приза. Фантастически!
Да, хорошая новость. Конечно. Да, очень хорошая новость. Нет, просто потрясающе. И я хочу тут зачитать, собственно, основание – это за выдающийся технический вклад в развитие интеллектуальной системы управления для широкого использования возобновляемых источников энергии. Хочу поздравить вас от имени Комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и от имени всех участников пресс-конференции, которая сейчас проходит в Москве в агентстве ТАСС. И хотел бы, конечно же, и попросить вас высказаться неким комментарием. Вот им. Да, да, ну, хорошо. Я очень, очень удивлен, в приятном смысле, конечно, за то признание, которое этим фактом выказывается в той работе, которую мы делаем, считая ее очень важной на благо общества. И я бы сказал, что... Поскольку сегодня происходит трансформация в энергетических системах, и, наверное, по этой же причине сегодня столько внимания и значения уделяется электроэнергетике и вот возобновляемым источникам энергии, как то вы указали в цитировании основания, по которому выдали мне премию, и технологии, в которой я работаю, я надеюсь, будет становиться все более и более важной, потому что она позволяет интегрировать новые решения в традиционные существующие системы, повышая их надежность и эффективность, и в этом смысле повышает надежность и практическую реализацию. Ну, а что касается моих исследований, работы, я всячески надеюсь, что это еще более меня воодушевит на то, чтобы работать над поиском различных решений, добиваясь устойчивости во всех процессах, которые проистекают в нашем обществе, объединяя этим страны в их развитии. Да, действительно, фантастически, и, конечно же, этой серьезной степени мотивирует меня еще упорнее трудиться и мобилизовывать вокруг себя моих коллег и друзей. Вот, поэтому это, как я надеюсь, только повысит качество нашего общества. Большое спасибо за ваши комментарии. У нас здесь присутствует небольшая аудитория корреспондентов, и мы бы хотели, может быть, задать вам несколько вопросов. Вы пожелаете ли кто-либо из аудитории задать вопросы? Тогда вот, пожалуйста, подойдите к микрофону. Я надеюсь, что вы, Фред, сможете. Да, конечно. Нет, все вас слышно хорошо. Да, прошу вас, задавайте вопрос. Так, хорошо слышно. Агентство ТАСС, Сергей Новиков. Господин Блоберг, поздравляем вас с высокой наградой. И вопрос такой. На какие исследования вы намерены потратить премию в ее денежном выражении? И будут ли эти исследования проводиться в том числе в России? Спасибо. Мистер Блоберг, the first question that is being asked of you is this. What kind of research you intend to spend the prize for? And will this research possibly... amongst other places, be conducted in Russia. Thank you very much. Well, now it's very new for me that I guess this... Ну, знаете, даже еще пока не задумывался над этим. Пока что каких-то конкретных, знаете, планов по исследовательской деятельности я не строил с учетом этих новых открывающихся возможностей. Но, наверное, первое... Это, наверное, может быть, это позволит мне, ну, привлечь дополнительное количество молодых исследователей в свою работу. И я также веду активную работу по подготовке молодых ученых. И это,
наверное, как раз то, что первое мне приходит на ум, с учетом различных направлений, в которых я занимаюсь работой, и, наверное, я подумаю о том, как на эти цели потратить средства, но я буду рад любой возможности сотрудничества с российскими университетами и организациями для того, чтобы заниматься в этом контексте исследований именно вот в более широком плане. Есть ли еще у нас вопросы к нашему лауреату? Если вопросов больше нет, я снова передаю господину Аллену слово, пожалуйста. One question, Fred. Один вопрос, Фред. Не поделитесь нам вот каким-то мнением в плане участия не только вот у вас на стране, но и с учетом технологий интеллектуальных сетей, в том смысле, в котором такой род технологии могут использоваться по всему миру. Да, могу сказать, что именно возобновляемая энергетика, она сегодня уже применяется в глобальном масштабе. И все, знаете, ведущие экономики, и США, и Китай, и большое количество небольших государств этим пользуются. Поэтому я бы сказал, что это чрезвычайно широко распространено с точки зрения уже практической реализации. И тоже касается, конечно же, и исследовательской работы, которая ведется и в рамках университетов, и в каких-то корпоративных технологических центрах. И мне кажется, что, наверное, порядка 30-40 стран, которые заинтересованы в результатах моих исследований. Поэтому с точки зрения международного такого воздействия мы довольно серьезно именно нацелены на такого рода применение этих результатов. И такая технология уже может встречаться и практически применяться в тех регионах мира, в которых нет легкодоступной электричества. И именно по этой причине, я имею в виду возможность использовать энергетику Солнца и строить микросети, и таким образом позволять миллионам и миллионам людей, которые сегодня либо не имеют, либо имеют минимальный доступ к электричеству. То есть масштабируемость как на большом, так сказать, масштабе, так и на мелком, в большом количестве мелких географических точек. Да, большое спасибо, Фред. Мы надеемся, что в будущих программах «Время глобальной энергии» вы тоже сможете участвовать для того, чтобы распространять вашу работу еще более широко. Большое спасибо, отключаюсь. Да, уважаемые коллеги, уважаемые гости, мы движемся дальше, и пришло время объявить имя следующего лауреата премии «Глобальная энергия 2019». Господин Аллен, прошу вас. Следующий сопобедитель премии «Глобальная энергия 2019» профессор Халил Амин из Соединенных Штатов. И основание для присуждения ему премии за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Профессор Халил Амин работал по технологии новых катодов и анодов по литий-ионным аккумуляторам, что является чрезвычайно важной технологией в сегодняшнем мире. Он участвовал в разработке новых электролитных систем на жидких полимерах и используя другие технологии производства аккумуляторов на новых материалах. Самый замечательный его вклад был в развитие новых материалов для катодов и анодов в аккумуляторных решениях, которые признаются как наиболее эффективные и будут использоваться уже в настоящее время. Он разрабатывал материалы для катода, который является литием совместно с другими металлами, такими как марганец и никель. Он изобрел инновационный катод, обладающий способностью увеличивать объем энергии, который можно передавать при высоком напряжении.
Халил Амин является почетным профессором в Национальной лаборатории Аргон, ведущим руководителем проекта разработки. Он известный ученый в технологиях сохранения энергии. Инновационное решение уже, за которым он стоит, используется в производстве электромобилей всеми производителями, интеллектуальные сети и также электрические приборы домашнего применения тоже в себе содержат результаты его изобретений. Теперь мы постараемся позвонить профессору Амину и поделимся с ним новостями. Сейчас наши технические сотрудники попробуют установить связь со вторым лауреатом. Алло. Профессор Амин, вы меня слышите? Да, кто это? Меня зовут Родни Аллен, и я хочу поделиться с вами очень хорошими новостями. Комитет премии «Глобальная энергия», рассмотрев кандидатов, выбрал вас как сопобедителя премии «Глобальная энергия 2019». О, как здорово! Да-да. И это как раз подразумевает вручение золотой медали премии и денежное содержание, приблизительно составляющее $300,000 США. О, большое вам спасибо. Да. И решение было принято на основании вклада в развитие эффективной технологии хранения энергии. Замечательно. И мы признаем ваш вклад в эту область. Сейчас мы находимся в агентстве новостей ТАСС в Москве, в Российской Федерации, откуда мы и набрали вас по телефону. И у нас присутствуют корреспонденты, и хотели бы, чтобы вы высказали ваше впечатление этой новостью. У нас есть аудитория корреспондентов, и мы с нетерпением ждем услышать. Ну, слушайте, скажу вам, я просто невероятно, я настолько вообще поражен такой хорошей новостью, этим ранним утром. Да. Я очень взволнован, и это большая честь услышать об этом, и хотел бы поблагодарить Ассоциацию глобальной энергии за эту программу, за то, что я был выбран. Также хочу высказать слова благодарности членам комитета. Невероятно, невероятно. Я просто не ожидал. Большое спасибо. Невероятно. Да. Я просто даже не знаю, что еще сказал в 3 часа утра. Да. Ну, здорово, большое спасибо. Нет, невероятно, я очень благодарен, очень благодарен. Это здорово, да, большое спасибо. Мы бы хотели, чтобы вы еще сказали несколько слов о том, что вы видите в будущем с точки зрения вашей технологии. Ну, буквально несколько слов. У нас здесь есть целая аудитория корреспондентов, которые тоже хотели бы обратиться к вам с вопросами. Ну, без проблем. Но, понимаете, в Национальной лаборатории Аргон, собственно, я уже работаю долгое время, и мы здесь разрабатываем новое поколение именно аккумуляторных технологий. И в основном, собственно, мои программы, которые, значит, длятся уже, наверное, 20 лет, именно разработка литий-ионных технологий для электромобилей. Да, и мы смогли, знаете, выйти на разработку просто замечательных таких вот материаловедческих решений, которые сегодня используются как компоненты в производстве электромобилей, но также и в области более широкой электроники. И эти решения, если так можно сказать, выходят, конечно же, за рамки такого метода их использования, разрабатывая также еще и катодные технологии для энергетических
этих систем. Здесь цель добиться максимальной плотности сохранения энергии и таким образом сокращать необходимые издержки и расширяя, что называется, возможности электрификации планеты. Ну, и мы также изобрели новую систему на основе пироскитовых. Это как бы литий-кислородная системы, которые, ну, практически, в практическом смысле позволяют, ну, в 4 раза, что называется, больше энергии сохранять, чем имеющиеся литий-ионные решения. То есть это очень увлекательная такая вот технология, где используется кислород, не просто воздух, и это плотность, которая, безусловно, расширяет возможности. И сегодня мы вот такого рода решения в серьезной степени продвигаем, поскольку это дает серьезную наработку эффективности. Вот, наверное, довольно увлекательное, я бы сказал, направление с точки зрения того, какие возможности это нам открывает. И я считаю, что, может быть, не знаю, через 3, через 4 года это уже сможет реализоваться в каких-то конкретных, я бы сказал, решениях. Поэтому мы чрезвычайно увлечены этой работой. Это, конечно же, системы как бы новые. Еще 2 года назад мы еще не подошли к какому-то практическому вот осознанию того, как это все можно применять. Но это, в общем-то, в итоге метод повышения плотности энергии и значительное снижение издержек, если давать такие вот краткие характеристики тому, чем мы занимаемся. Нет, действительно, очень хорошо. У нас, может быть, может прозвучать для вас вопрос. Есть ли у кого-то вопросы? Ну, я вот со своей стороны... Знаете, даже это, наверное, не вопрос, а просто хочу пожелать вам... Уважаемые коллеги, есть ли вопросы в зале, которые вы хотели бы задать лауреату? Да, кто готов? Пожалуйста, господин Алло. Мы бы хотели пожелать вам всяческих успехов в этом вашей исследовательской работе и надеемся, что у вас будет все складываться хорошо в будущем. А я лично хотел бы пригласить вас поучаствовать в работе глобальной энергии в том смысле, чтобы распространить эту информацию о нашей работе, о нашей стране. Большое спасибо, господин профессор Мин. И вам большое спасибо, огромное спасибо за работу вашей организации и за ассоциации, и также члены комитета по движению энергии за то, что присудили мне настолько престижную премию. Это для меня настолько неожиданно. Я очень благодарен вам. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы далее переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы к нашим уважаемым участникам пресс-конференции, подходите, пожалуйста, к микрофону, представляйтесь, называйте ваши СМИ. Кто готов задать вопросы? Если вопросов в зале нет, мы будем завершать нашу пресс-конференцию. Обращаю ваше внимание, что после пресс-конференции у вас есть возможность принять участие в пресс-подходе и задать индивидуально вопросы нашим участникам пресс-конференции. Большое спасибо, что были сегодня с нами здесь, в пресс-центре ТАСС, и участвовали в объявлении лауреатов премии «Глобальная энергия 2019». Уважаемые гости, благодарю вас за то, что вы нашли время принять участие в пресс-конференции. Спасибо большое.